Мы находимся на 30-й выставке ProdExpo 2023. С нами руководитель управления маркетинга компании Эконива продукты питания Старкина Наталья. Здравствуйте. Продуктов много, хочу узнать про новинки. Что принесли, чем будете хвастаться? Мы стараемся каждый год на выставку презентовать какие-то свои новые продукты. В этом году мы привезли сразу несколько новинок. У нас появился творог. Мы открыли новую творожную линию на нашем заводе в Анна. Формат творога у нас есть рассыпчатый в двух форматах упаковки. Это 300 грамм и 750 грамм. Также еще в пачках. Новый формат творога. Это имеется в виду упаковка? Упаковка, да. Также мы сделали в этом году ребрендинг нашей йогуртно-десертной группы, презентуем новый визуальный концепт. И, конечно же, сказать таким алмазом данного мероприятия для нас является презентация нового сыра линейки Дюр. Это премиальные сыры с мытой коркой Дюр Целлер 6-месячной выдержки. Можете подходить к нам на стенд, у нас большая дегустация, раклет-бары работают, можно попробовать сыр, как он есть, в расплавленном виде, и познакомиться с нашим технологом. А молочная продукция представлена разными компаниями. Как оставаться в первой линейке производителей? Что вы для этого делаете? Самое главное – это любовь к тому, что вы делаете. И второе – это, конечно, честность и натуральность продукции. И тогда продукция говорит сама за себя, и клиенты возвращаются к нам вновь и вновь. Большое спасибо.